Находится косточка, вот она. Мы ставим вот так наискосок наш палец и попадаем вот в эту область. Эта область у нас зона матки и зона у мужчин простаты. Ну, также, когда идет, допустим, да, менструальный цикл у женщины, эта зона становится очень чувствительной. Вот. Поэтому, если вы осторожно ее массируете во время этого цикла, то цикл проходит более плавно, без особых болей. Вы можете массировать опять-таки, да? Вот. Большим пальцем 7, от 7 до 10 раз по часовой стрелке. Именно я подчеркиваю, именно по часовой стрелке. Я надеюсь, вам очень хорошо видно. Зоны абсолютно идентичны, как на правой стороне, на правой стопе, так и на левой стопе. Естественно, опять так. Вас или человека, которому вы делаете, вы продолжаете делать, ты можешь выдыхать так, чтобы не совсем было больно. А, вот, ну, что-то есть, что мы поговорим об этом. А вот, вы продолжаете это делать до 70 раз, после этого человек чувствует меньше давления здесь и боль. Ну вот, в общем-то, я вам рассказала и показала. Вот, я вам рассказала и показала. Наконец-то не увидела. Рассказала и показала о точке матки и простаты. Следующая наша.